Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. Воистину воскресе Христос! В трех предыдущих передачах «Точка опоры» я рассказывал вам о современном отношении Русской Православной Церкви к святому причастию, ссылаясь в первую очередь на слово святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, которое он сказал во вторник Светлой Седмицы, 10 апреля 2018 года, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре после богослужения. Сегодня я подведу итог этим трем передачам. И сегодня будет четвертая передача, заключительная, из цикла о причастии тела и крови Христа. Для тех, кто не слышал, я еще раз напомню вам кратко выдержку из слова святейшего патриарха Кирилла. «Причащайтесь тела и крови Господней. Существуют разные предрассудки относительно того, как часто нужно причащаться. Некоторые говорят раз в год, некоторые 4 раза в год. Это все не находит никакого подтверждения ни в учении Спасителя, ни в учении Церкви, ни в каноническом порядке церковной жизни. Причащаться нужно как можно чаще, не превращая этого в некую привычку, в обычай, в безразличное отношение Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Главное в подготовке – примиритесь с ближними, исповедуйте грехи и прочтите молитвы по своему состоянию, ну сколько можете. Ведь иногда на людей возлагают неудобоносимые молитвенные правила, которые их отпугивают. У меня нет ни времени, ни возможности все вычитать. Как же я подойду к святой чаше? Посоветуйте со своим духовным отцом. И разумный духовник скажет вам, прочтите молитвы, которые можете прочесть. Но самое главное, примиритесь с ближними своими. Искренне исповедуйте грехи свои. И с сознанием своего недостоинства приступайте к телу и крови Спасителя. Ведь через причастие мы действительно обретаем чувство божественного присутствия в нашей жизни, а значит, укрепляем свою веру. И то, что сегодня кажется трудным, продолжительные молитвы, долгое пребывание в храме, вдруг становится легким, радостным, потому что с Богом все легко и все радостно. Дорогие братья и сестры, все мы знаем, что есть понятие первого пришествия и второго пришествия Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. При первом пришествии Господь – любящий Отец. При втором пришествии – праведный Судья. Помните, дорогие братья и сестры, мы живем во время первого пришествия, когда Господь – любящий Отец. Помните, чем дальше уходит блудный сын от любящего отца, тем больше любящий отец любит блудного сына и блудную дочь. Когда человек делает один шаг навстречу Богу, Господь делает 100 шагов навстречу человека. Господь бежит навстречу с человеком. Вот наша встреча с Богом. Это таинство святого причастия. Когда восстанавливается образ и подобие Божие. Именно на таинстве святого причастия. Когда разгорается потухающий костер человеческой души, когда ветер радости Господь
наполняет душу человека. В разные века христианства существовало разное отношение к причастию. Первохристиане много веков причащались каждый день. У них была практика запасных даров. Когда человек не мог прийти в церковь, он причащался дома самостоятельно. Постепенно количество причастий уменьшалось. Но еще вплоть до 18 века в России люди причащались гораздо чаще одного раза в неделю, потому что один раз в неделю считается, это для выполнения заповеди Моисеевой, заповеди Божией. 6 дней работай, 7-й отдай Богу. И вот в 18 веке царь Петр, который проводил переустройство России, изменял ее политическую систему, а церковь была достаточно консервативной, для того, чтобы ослабить влияние церкви на общество, издал указ о недопустимости отношения к причастию, как к аптекарскому снадобью. Представляете? До этого времени люди относились к причастию, как к аптекарскому снадобью духа, души и тела. Ведь действительно, это благочестивый подход. Это не значит, что люди безразлично к этому были настроены, или это вошло в привычку. Нет, это не может войти в привычку, потому что в церковь трудно прийти всегда. И всегда приход для человека в храм Божий, на божественную литургию, это подвиг, который совершает человек. И вот для того, чтобы людям осложнить возможности причастия, взяли жесткие молитвенные правила жестких аскетических монастырей 18 века и перенесли их на общество. И люди вынуждены были в обязательном порядке, с них так требовали, выполнять эти правила. И постепенно храмы начали пустеть. До такой степени, что к началу 20 века для того, чтобы заманить людей в храмы, было принято специальное постановление о говении, справка, которая выдавалась в храме. Если человек причащался хотя бы раз в году и получал справку, получал послабление по налогам. То есть налоговыми послаблениями людей стали заманивать в храмы. Вот это фон, на котором развилась революция. И как остров благодати и любви Божией, кронштадтский пастырь на острове Кронштадт противостоял этой системе. Тысячи причастников, от 2 до 5 тысяч каждый день, 20 чаш, 100 алтарников, которые помогали принимать святые дары, оставшиеся после причастия. И святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда человек говорил, я не готов, он ему говорил, я не спрашиваю, готов или нет. Стучится ли Господь тебе в сердце? Человек говорит, ну я не готов, я не... Еще раз тебя спрашиваю. В третий раз спрашиваю тебя, маловер. Трижды предлагал, трижды уговаривал. И никто не выдерживал. Вы представляете, что произошло с людьми? Они приходили к чаше и не причащались, говоря, что они не готовы. Можете ли вы представить, что люди поехали послушать Христа? Перенесемся в евангельские времена. Пришли на гору заповедей блаженств, послушали проповедь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и не прикоснулись к Нему, чтобы исцелиться. Ведь все приезжали для исцеления, для прикосновения. А проповедь им приходилось слушать, и проповедь эта в корне меняла их жизнь. Понимаете, дорогие братья и сестры, Господь сказал, «Еды мою плоть, пияй мою кровь,
тот во мне пребывает и аз в нем». И он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас и дам вам духа утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». Вот много людей, труждающихся, обремененных, которых может успокоить только Господь и Бог, и Спаситель наш Иисус Христос на таинстве встречи с Ним, на таинстве святого причастия. Я понимаю, что в разных храмах могут существовать разные подходы. Экономия – мягкий подход, акривия – жесткий подход. Оба эти подхода имеют место. Я бы сказал, что для людей воцерковленных, которые много лет в церкви, для монахов, для аскетов, для подвижников, для пустынников, для тех, кто восстановил образ и подобие Божие, необходимо применять акривию. Это хорошая дорога. Для людей, у которых образ и подобие Божие восстановлен. Но для всех больных, для всех грешников, для всех немощных, для невоцерковленных, для непонимающих и не знающих, но слышащих в сердце своем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, следует применять экономию, дабы не вергать души страждущих в стремнину отчаяния, как говорит 121 правило 6 Вселенского собора. Применяйте к человеку экономию, дабы не вергать душу страждущего в стремнины отчаяния. Очень бы хотелось, чтобы все наши храмы Святой Соборной и Апостольской Русской Православной Церкви были храмами утешения, чтобы люди, приходящие в храмы, не были ввержены в пучину отчаяния, чтобы они не утонули в отчаянии. Все обременены, всем тяжело, их надо утешить. Вы знаете, у нас большой приход в нашем храме. Я не могу даже сказать в количественном отношении, но у нас все люди в состоянии радости. Хотя приходит иногда в таком состоянии весьма вот таком, вот, знаете, прямо скажем, ну, эмоционально подавленном, расстроенном. И для того, чтобы помочь преодолеть это состояние, задача пастыря – помочь приблизиться человеку к Богу. Пастырь – это проводник, не посредник, а проводник. Посредник стоит между Богом и человеком, а проводник помогает человеку встретиться с Богом и исчезает в момент встречи, оставляя человека наедине со Спасителем. Вот это является самым главным, это является архиважным. Вот когда человек стоит у чаши, его не причащают, то он попал к посреднику. А когда он стоит у чаши, его причащают, он попал к проводнику. Человек принял тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и изменился духом, душой и телом. Изменилась не только его физиология, но его духовное состояние. Укрепилась его вера. Ветер радости Господь наполнил паруса его души. Дорогие братья, идет светлый пасхальный период. Давайте же мы все с вами будем милосердным самарянином. Давайте мы будем брать пример с Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, любить болящих, униженных и оскорбленных, и милость к падшим призывать,
как сказано в эпиграфе к роману «Тихий Дон», «в годину смуты и разврата не осудите, братья, брата, не будем загораживать Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа от людей. И пусть ветер радости Господь наполнит в этот светлый пасхальный период радостью всех православных христиан. Воистину воскресе Христос! Божье благословение да пребудет со всеми вами!» Аминь.